Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Minecraft Summon Pixelmon. Добро пожаловать в наш пятый сезон, 34-ю вроде по счету серию. Так, давайте сначала нашу Крисяндру убьем. Ты тут? Да, потому что Круджинроли еще копаться нужно, это, если честно, долго. Хотя, знаете, ребята, что нам сейчас, в принципе, нужно всех покемонов подряд ловить, потому что, как-никак, сезон у нас заканчивается только тогда, когда мы... когда мы словим всех покемонов, когда мы их всех более-менее прокачаем, и... Очередьбол, нетбол, и когда, в принципе, они у нас будут более-менее прокачаны. Так, знаете что, твою ж нафиг. Вот так. Пока у нас есть время, 2300, 1200, минус 2300, 100, хрен его знает, 100, 100, 1200. Главное, не в... Только не говори, пожалуйста, что ты заглючил опять. Я тебя просто про... Только начали серию, оно уже заглючило. Охренеть просто, как классно. О, а что-то она как-то быстро упала, ну да ладно. Ребята. Бишарп. Я хочу в этой серии уже прокачать нашего Грувайл. Опа. А я чуть не понял, знаете, так выглядит, как легенда. Я прям приохренел уже чуть-чуть. Квикбол. Ну, сейчас мы увидим, как, почему так ценят квикбол. А хотя мы словили уже Бишарпа, но, в принципе, сейчас Шайни... Не словили, словили Шайни Павниар... Словили обычного Павниар, да. Сейчас у нас попался Шайни Бишарп, но, в принципе, да ладно. Знаете, почему я сюда пришел? Ребята, потому что я в конце серии хочу уже прокачать нашего Гровайла, потому что, чтобы добавить еще одного нового покемона в наш музей, и это будет очень круто. Потому что Маркрова мы еще добавим. Потому что мы его словили, но я забыл, если честно, добавить. Но, в принципе, ничего такого страшного, я так думаю. Поэтому мы его сразу, как придем домой, ну или в конце серии, мы его добавим. И плюс к тому, сейчас мы уже добавим... Да ты еще чукча такая, честное слово. Покебол. Ребята, как я понял, квикболы тут настолько охрененные. Сейчас, если соем вот сейчас с Аблея квикболом, если... Нет, вот сейчас не словился. А ну еще раз. Если нет, то иди в попу, потому что с Аблея ты чё-то немного такой приборзевший, если честно. Ух, ребята, я просто хренею от этих... если честно, я просто хренею от этих квикболов, потому что они действительно настолько офигенные, что прям с ума сойти. Нифига себе, сколько чурок заспавнилось сразу же. Так, они действительно очень классные. А кого мы еще качаем? Нужно посмотреть. Так, а зачем мы Иви прокачиваем? Я чуть не догоняю, если честно. Но, в принципе, ладно. Арона, а потом Зубата прокачаем. Окей, хил. Ну чё, мы будем ждать, пока эти два бойца добьются или что? Потому что тут, ну я не скажу, что много. Нет, ну один такой, оранжевенький уже. Ну сейчас подождем немного. Ну чё вы, было бы круто, если вы бы успели, потому что смотрите, все уже утро, поэтому вряд ли мы докачаем Грувайла. Даже не вряд ли, а в принципе, мы его точно не докачаем. Но, ладно, потом. На следующую ночь, наверное. Фух, Грувайл. Ну чё, смотрите, ребята, мы уже сейчас, в принципе, пойдем эволюционируем Иви, я даже просто не знаю кого. Опа, ну Грувайл уже эволюционирует, да, это классно. Но то, что ему еще осталось 4 уровня, это... Ну, на Бишарпах это очень быстро прокачать. Ребят, просто я сейчас думаю, если мы словили Шайни Бишарпа, то, наверное, когда мы его сейчас будем добавлять в музей, как бы, нового покемона, то, наверное, обычного Павниарда мы поменяем на Шайни, потому что, как бы, мы словили Шайни покемона, но, как бы, его вторую эволюцию. То есть, если бы получается, что мы сейчас бы пошли на какой-то остров и словили там, например, Шайни, ну, например, ох, опа, точно, Хитмон Топ. То есть, получается, если бы мы сейчас пошли на какой-то остров, да, и, например,
Ну, да твою мать, а. И, например, словили бы... Ну, кого? Ну, например, кого-то. Словили бы мы Шайни Вартортла, да? То что получается? Что мы бы в музей поставили Шайни Вартортла. Мы бы поставили в музей Шайни Бластойза. Но первая эволюция Сквиртла, мы бы ее не ставили? Нет, нужно поставить. И какая бы у нас она у нас была? Она бы у нас была тоже, наверное, Шайни. Потому что первая эволюция не Шайни, а вторая эволюция Шайни, третья эволюция Шайни. Это как-то немного глупо, согласитесь. Поэтому мне кажется, что как раз будет нормально, если мы даже тех же бишарпов поменяем на шайни и... Не бишарпов, а помиардов мы поменяем на шайни. И потом также последнюю эволюцию, как бы, бишарп тоже поставим в шайни. Нужно делать квикболы, они настолько офигенные, что я прям с ума схожу. Ну, конечно, они не всегда ловятся 100% шансом, да? Кто-то мне говорил, что там вроде... 80% шанса словить, что ли? Вроде 80. Ну, короче, это очень такой наглый попался. То есть, смотрите, какой он уровень, 38-й, поэтому не будем мы тут париться. Ну, все, в принципе, больше нам тут нечего делать. 230, 75, 200, вот так, да? А знаете что? Знаете что? Знаете что? Я хотел еще посмотреть одну вещь по поводу еды, да, по поводу которой мы уже давно договариваемся, что нужно потом будет посвятить одну серию, но это еще не сейчас, в принципе, не сейчас, ребята. Алмонды, авокадо, банана. Ребята, кто разбирается в этом моде очень офигенно, скажите, где вообще находить вот эти бананы? Где вообще находить вот эти авокадо? Где находить вообще вот эту всю хрень? Потому что, если честно, даже не в курсе. Знаете что, давайте еще соберем приконы на всякий случай. Вот это давайте соберем. Да, в принципе, мы потом и так сможем вырастить, потому что у нас есть кости. Вспомните, ребята, просто сколько сокровищниц мы понаходили, ну, в последние там 5-10 серий, да? То есть мы настолько их много нашли, что мы можем повыращивать много приконов, если честно. Квик. Ой, нет. Вот. Ага, синий и желтый. А желтый у нас, в принципе, не так уж и много есть. Хм. Так, ладно, сейчас. Это сюда можно. Немного так расчистить, да? Это сюда. И вот это сюда. Так. Это можно как-то разбирать, то есть есть, хотя, в принципе, это нам не так уж и важно, если честно, но все же. Есть какие-то моды, да, сейчас многие напишут, что вот скачай тот мод, там можно разбирать вещи и получать за них, ну, как бы, ресурсы, да, например, если поставим шлем, то сколько мы получим? 1, 2, 3, 5 вроде железа, ну, в принципе, не так уж это и важно, ну да ладно. Желтенькие мы тоже сейчас соберем, да, в принципе, знаете что, давайте все соберем. Ребята, еще раз попрошу сказать тех, кто разбирается в этом моде, где найти вообще бананчики, где найти вообще авокадо. То есть, ну, бананы, по сути дела, они должны быть, ну, как бы, на тропиках, да? Но тропики это у нас, не знаю, может, джунгли или, например, какие-то пляжи. Возможно, разработчики не поленились и добавили не прям в джунглях, а где-то в джунглях на пляже. Может и такое быть. Так, это сюда. Поэтому, в принципе, это все нужно проверять. Так, я не знаю, ребят, может нам тут сундук сделать специально для приконов, чтобы складывать. Или, ну, в принципе, ладно, это уже лень будет, но все же. Так, это сюда давайте. В принципе, что еще поставим? Это сюда давайте. Нет, еще вот это подождем. Так, ну что там, почти уже, да? Твою мать, случайно забрал. Ну что, опять? Так. И потопали мы дальше. Ну что, и вот, зачем я вообще шел на второй этаж? А вот зачем. Так. Фух, что я хотел взять? Давайте сначала. У нас есть ножницы? Данным тут нету. Это что у нас? Это Dragon Fruit, да? Вот что мне нужно. Где находится... Вот, а нам нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? Вот так, ибо и берем, я не знаю, а вот так можно крафтить? Нет, только с обычного, да?
Да, только с обычного. Ну да ладно, потом топорик у нас есть, и потом мы еще навыбиваем, если что. Что самое главное, я просто еще сейчас хочу сделать себе... так мы уже тут посадили, или что это мы посадили? Мы что-то новое посадили, точно, я и забыл. Смотрите, выглядит как джанглевское дерево, то есть форма его, да? Ага, что это мы посадили? Пекан? Хм, ну ладно, тогда тут не будем ничего трогать, пускай он растет тут. Босс, чуть не упустили, это кто? Водный, да? Сейчас, так, марипы. Вот, марипы нам нужны. Так, так. Нам нужна шерсть. Во-первых, знаете зачем? Чтобы доделать стену, которую я разрушил, можно и так сказать. Потому что мне лень было добыть две шерсти. Это во-первых. Можно этим ударить? Можно. А во-вторых, Diamond Hammer. Опять! Ну, в принципе, это круто, да? Но когда мы уже потратили 5 алмазов и... Когда мы потратили 5 алмазов на то, чтобы скрафтить Diamond Hammer, а сейчас он выпадает нам с многих, можно сказать, боссов, то это не очень, если честно. Круто, что мы его скрафтили. Квикбол. Квикбол мы не подняли. Что мы еще не подняли? Брик-брек. Ага, нужно посмотреть где-то. Так, ребята, ща мы найдем. Только я не представляю, где. Это что у нас тут? Вот. Вот квикбол. Класс, все. Ща мы поднимем его и идем за марипами. Знаете еще, почему я хочу марипов? Потому что я хочу себе дома сделать коврик. Я хочу себе дома сделать коврик на полу, чтобы не выглядело как-то пусто. И плюс, не только коврик, да? Вот, 2-6. А если мы их еще убьем? А если мы еще их убьем? Ну, так, тогда не выпало. Может, просто не выпало. Ну, ладно. Потому что как раз 2 шерсти выпало. Сейчас мы это заделаем. Я хочу сделать себе коврик. Но коврик я хочу себе сделать не белый, а красный с, ну, допустим, с черным или еще какой-то. А как делается? Вул, допустим, Black Wool. Вот, коврик вот так делается, да? Ага, ну это понятно. Так, что... О, там еще. Еще там заспавнились. Ребята, в этой серии мы, наверное, просто... Ой. В этой серии мы, наверное, просто подобываем шерсть, потому что шерсть нужна для того же интерьера дома, да? Но все же, может, мы еще даже успеем пойти в джунгли, посмотреть, может, там где-то реально бананчики есть или еще что-то. Это на землю выпадает? Вроде нет, вроде сразу нам в инвентарь. Или на землю? Нет, все-таки на землю. А если мы еще действительно будем вот так убивать? Допустим. Опа, так мы можем еще и убивать их. То есть, мало того, что мы с них просто взяли шерсть, так мы их еще и убьем, и так с них еще шерсть возьмем. Вот жадные, да? Так, и вот тут еще один марип. Так, я там вижу, Эконс очень крутится, или что? О, еще один. Сейчас мы быстренько пойдем в джунгли. И не только в джунгли. Мне же дали вроде координаты. Угадайте чего? Тогда давайте сразу туда пойдем. Мне дали координаты глиняного биома, поэтому, ребята, давайте-ка мы сразу проверим. Сейчас я включу, найду, точнее, записанные координаты. Но перед тем давайте пойдем еще в джунгли. ТП. Где-то вот сюда. Просто я хочу посмотреть, где тут... Это кто еще? Это кто? Ни хрен. Так, сейчас я выключу, потому что в джунглях у меня шейдерами лагает. Хрен его знает почему. Может, у вас без шейдеров нет. Ну да ладно. Я не знаю, кто это. Фиг его знает.
Ну, в принципе, да ладно. Бананчики. Мы его не словили бы, потому что он 50 уровень. Да, в принципе, и не нужен нам. Лучше первую эволюцию. Я говорю, много новых покемонов, которых я даже не видел, не слышал. Поэтому нужно будет всех ловить новых. Ну где, например, в джунглях? Да, где тут бананы вообще? Где тут... О, еще одно красивое место. И еще одно красивое место, которое... Ой, ну давайте включим день только потому, что я нашел красивое место, я хочу сделать скрин. Вот тут. Вот так. Где? Что там? Кто вообще, еще раз прошу, кто разбирается в этом моде? Есть ли тут что-то? Вот опять ты. Да, в принципе, ты нам пока что... Рэп Чикен. А есть ли в джунглях какие-то вообще ресурсы? То есть, что тут может выпасть? О, давайте как раз там возле воды. Так, сейчас. Что тут может вообще выпасть крутого? В смысле, что мы тут можем найти? Допустим. Это понятно, в принципе, да, что? Это, ну, какао-бобы, да? Бобы вот, хотя, в принципе, можно и так назвать. Там босс, я вижу, но давайте не будем возвращаться, это долго, я не хочу пока что туда возвращаться. Ну, тут тоже возле воды, можно сказать, на пляже ничего нету. Я думал, что-то будет классное. Но, дала. О, это кто? Это кто у нас? Псайдак. Псайдак, но псайдака нам не нужно. А вот это кто? Айпом. Вот. Вот мне люди писали, кого словить много раз. Айпом в джунглях. Дайбол, даскбол, левел. Давайте левелболом попробуем. Много раз мне... Даже не много, а столько раз мне уже писали люди. Слови айпома. И мы его словили с первого раза. И это круто. То есть в этой серии... Ну, в принципе, я знаю. Шатотишка. Левелболы. Ребята, нам уже потихоньку нужно еще, ну прям чуть-чуть левелболов сделать, потому что у нас уже меньше, чем 10 осталось. Нам нужно еще чуть-чуть даскболов сделать. Хотя ночью мы, в принципе, не так уж и много ловим, но все же. Шайни. Залезь, левелбол. Шатот. Не будь козлом. Ну ладно, давай в квикбол. Пожалуйста. Ну, Шайни это кто? Мэджикарп-то может быть. Вот ты паскуда, а. Я помню, в предыдущем сезоне мы точно так же шатота ловили. Прям столько шатотов переловили, что это с ума сойти. Гляди ты в жопу, а потом словим. Нормального шатота, а не такого быдла. Я квиком случайно ударил. Гляди ты в жопу, а шатот? Вообще ты такой паскуда. Ну кто, Мэджикарп? Шакал. Ну ладно, шакал так шакал. Так, в пустыне уже можно шейдеры включать. Просто в джунглях почему-то так глючить, я не знаю почему. О, Басяндра. Нумил как раз сойдет. Септил. Септилу еще 4 уровня осталось. Ну, зубата мы еще не качали. Но давайте сначала Септила докачаем, потом Арона докачаем. А потом... Ну, Иви тоже нужно эволюционировать. Паркбол! Вы знаете... Ребята, знаете, что такое паркбол? Это мастербол номер 2. Можно и так сказать. Это нафиг мастербол номер 2. В том смысле, что он так же ловит, как и мастербол. У него вроде, ну, мне говорили, что у него 100% шанс поимки кого-то. Я тебя даже найти не хотел. Я вообще про тебя даже не думал, если честно. Как мы удачно с джунглей вышли. Если ты еще словишься, ты будешь самой прекрасной ларвестой в мире. Это что у нас? Desert Hills, ну, в принципе, да, она в Desert Hills спавнится. Но я как-то вообще про это не думал, если честно. Я такой смотрю... О, это что за хрень? А, это мы сели жопой, наверное, на кактус. Я вообще такой ни хрена не понял, да? То есть... А кого мы словили?
никого мы не словили, а, ну, мы выбили паркбол, да, и все, охренеть, паркбол. А потом такой смотрю, ни хрена себе Ларвеста там бродит, ходит. И плюс к тому мы еще Ларвесту словили. Я даже не думал, чтобы ее словить, но это очень круто. Так, кто там? Зруа? А, нет. Ну, похоже на Зруа, если вот так смотреть на ее фейс, да, то есть, не знаю, она тоже такая черная. Это Стараптор у нас, или Старавия. Фух, что тут еще может быть? Я хотел глиняный биом показать, и, наверное, сейчас я его и покажу. Я просто, знаете, тут еще хочу посмотреть немного, вдруг тут на этих горах будет тот же алтарь. Если алтарь, то это вообще круто будет. Они, походу, знаете, что они даже, походу, порезали спаун алтарей в этом... В зимнем биоме, мне так кажется. Люкс, все. Левелбольчик. Паркбол и мастербол. Кто еще так не понял, что это, что такое паркбол, может сказать, что у нас сейчас есть два мастербола. А два мастербола — это круто. Я не буду над тобой париться, Люкс. Я тебе кину вот этот левелбол, потом еще один. Если ты не словишься, пойди ты в жопеньку. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, словилась. У нас уже, даже если честно, парочка новых покемонов этой серии появится в музее. Если мы, конечно, еще успеем в музей пойти. Ну ладно, чтобы успеть пойти в музей, нам нужно быстренько сейчас тпхнуться в глиняный биом, если он, конечно, правильный. Сейчас я его найду. Вот он. Давайте еще выше тпхнемся. Я не знаю, правильно это или нет. Ой, не тысяча, какая нахрен тысяча. Но мне вот это скинули. Опа! А вот и глиняный биом. Спасибо тебе, что кинул мне вот этот глиняный биом. Это очень круто. Нужно запомнить, где он. Вот он тут снизу. Так, мы так рядом возле него ходили. Ребят, смотрите, мы вот тут пролетали. И вот тут чуть-чуть внизу был бы глиняный биом. Ну охренеть. Ну ладно, и так, спасибо тебе, что ты... Не поленился и как-то нашел глиняный биом. Это очень круто, потому что сейчас мы уже можем ловить тех покемонов, которые тут находятся. Так, я просто, знаете, что перед тем, как еще другие координаты проверить, потому что там еще есть одни координаты, где гигантский вот этот биом шипов. Ну да, в принципе, биом, зимний биом. Да какой Дасквол я случайно кинул? Но Белдум всегда паскудой был. Настолько паскудой, что... ну, его очень сложно словить. Кто-то даже думает, что он легенда, и он залазит только в мастербол. Но его реально очень сложно словить. Сколько я раз его ловил и в предыдущем сезоне, и в предыдущем сезоне. Ну, я просто никогда его не мог словить. Никогда. В предыдущем сезоне я на него потратил мастербол. Вроде даже в предыдущем, еще в предыдущем сезоне, я тоже на него потратил мастербол. Он никогда просто не залазит, он пятый уровень. И он не залазит, он даже секунду не думает, чтобы залезть в какой-то покебол. Даже если он пятый уровень, а мы на него кидаем 65-го там, ну допустим, 60-го Свамперта, он и так не залезет. Многие говорят, что он как бы считается какой-то легендой, но это вряд ли, потому что, в принципе, он не легенда, но все же. Наверное, такой покемон, Глет, у нас есть. Опа, Болдор. С Болдора, говорят, падают иногда алмазы. Там шанс какой-то есть. Даймонд, да, выпал. Опа, так мы сейчас тут фармить сможем. Кактус, кактус фрут. Вот это давайте. Еще Болдорчик, ребят. Иди сюда, паскуда. Я на тебе отрываться сейчас нахрен буду. За то, что у тебя такая первая эволюция конченая. Ну, в смысле, даже не первая, а вообще, что ты никуда залазить не хочешь. Фу, действительно, ребята, многие мне писали, что он просто-напросто не залазит в ни в какие вот эти покеболы, потому что он считается как будто легенда. Но, в принципе, даже по тому же опыту смотреть, да, в предыдущем сезоне мы его словили мастерболом. В предыдущем сезоне мы его тоже словили мастерболом. Поэтому, если так судить, то действительно, он какая-то, или просто, ну нереальная паскуда, что он, что ему только знаете, нравится мастерболы. То есть, он брезгует другими еболами.
да, то есть мастербол только ему нравится. Или действительно у него какой-то шанс поимки там 1-2%, и он просто действительно, ну, никак не ловится. Походу так, наверное, есть, но все же. Фу, ну спасибо тебе за глиняный биом, это очень круто. В принципе, одного покемона мы словили, Реджинроу, да, в принципе, она спавнится и так в шахтах, но все же тут проще. Тут не нужно было рыться в землю. А тут тоже спавнится как... Какие-то фрукты, твою мать! Так, ладно, 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 ладно. Перед тем, как мы туда зайдем, мы захреначим Булдора. Мы его быстренько захреначим, ничего не выпало. Мы идем сюда, мы возьмем то, что нам тут сейчас выпадет. Где тут вход? Вот. Чтобы... А, так, в принципе, нам ничего выкинуть не нужно. Так, я как-то не заметил даже. Но мы нашли алтарь. Алтарь нахрен Молтреса. Ребята, кто не знал, но это алтарь Молтреса. И мы его нашли. Все. Нам нужно начинать качать орб. Я тут 1000000% сейчас поставлю алтарь Молтреса. Тут сейчас, чтобы это... Что это такое? Ну, это не знаю. Это можно удалить, чтобы это не мешало. Тут у нас биом, в смысле... Тут у нас тоже не знаю, что. Тут, походу, вот это, как его называется? Sunflower Plains, да? Это еще там новенькие. Ну, все, ребята, мы нашли... Мало того, что мы нашли глиняный биом, спасибо... Тому, кто сказал, где он находится. Так мы еще нашли в нем Молтреса нафиг. А я вообще не понял. Я, знаете, такой обернулся. Ни хрена себе, что за хрень. Кто тут живет? То есть, ща. Да пофиг. Опа, ну зато я Рон эволюционирую. Тоже серия, ребят, очень длинная. Я надеюсь, вам это нравится. Глина, глина, гигантский биом шипов. Так, вот. Так, отлично. Ну, ждем, пока Арон эволюционирует. И в этой серии мы, если честно, нормальное такое количество покемонов добавим в музей. Лайрон. Я такой, знаете, смотрю, такой, ну, ни хрена себе, круто, круто, так очень круто. Смотрю, вот это дерево, которое мы, в принципе, сейчас залутаем, я так думал. Сейчас залутаем, может, что-то выпадет. Такой повернулся. Что нахрен? Повернулся. Нет, это не покет-центр, это нет, меня не плющит, не курил, не пил, вроде выспался. А потом додумал, а, точно, это же у нас алтарь нахрен. Ну, круто, 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 что мы его нашли. Это что там? А, нет. Так. ТП. Это, походу, да, гигантский биом шипов. Спасибо тебе. Твою мать, эти звуки. Так, спасибо тебе, что нашел вот этот биом. Это очень круто. Край огонал. Ну, в принципе, он вроде днем спавнится, но пофиг. То есть, мы нашли глиняный биом. В глиняном биоме мы нафиг нашли алтарь Молтреса. И плюс к тому мы еще нашли, ну, в принципе, нам сказали, да, большой зимний биом с шипами. Это очень круто. Это очень круто. Септила тоже, говорю, можно прокачать, но, наверное, его мы уже прокачаем в этой серии, потому что там 4 уровня осталось. Мы, конечно, еще можем еще пойти быстренько бишарпов убить, но давайте уже, наверное, в следующей серии, не сейчас. А сейчас, ребята, опа, это кто? Делибит. Прикольный. Ну сейчас все, ребят, мы уже никого ловить не будем. Да и плюс к тому у нас нету на это покеболов. Охренеть. Вы посмотрите, где мы летали. Смотрите, вот тут мы летали, да? Вот тут мы летали. И через пару... Ну, вот тут мы были, вот тут мы летали, но до сюда мы не долетели, и мы не нашли вот этот биом. Охренеть. Так же, как с глиняным биомом. Вот, смотрите, глиняный биом, вот он. А мы летали вот тут, вот. А глиняный биом был тут, и мы его не нашли. Так же, как и вот тут этот биом с шипами. Это вообще охренеть, если честно. Так, ладно, давайте еще свайнуба убьем. Где он? Вот он. Еще 3 уровня септайл, нормально. В следующей серии. Да почему зубат не хочу Лайрон? Ну, Лайрону, в принципе, еще много эволюционирует, то есть еще достаточно так уровней, если честно.
Не убей, пожалуйста. Ху, отлично. Охренеть, куча всего. Так, ну лучше бы вместо лакеджа еще Йорп, класс. Но вместо лакеджа лучше бы нам выпал Экспешер, потому что что-то он вообще не очень хочет падать, если честно. Так, корп у нас есть, классно. Мы уже сделаем себе вот это орб и будем прокачивать его, чтобы потом заспавнить себе Молтреса. Эмполион. Ладно. Пип, а может давайте еще пип лап. Нету. Ну, нету так нету. Домой. Быстренько. В принципе, если бы он был, у нас даже нету даскболов, у нас нету левелболов уже. Поэтому нам нужно сделать будет в следующих сериях, и потом только мы заспавним. В смысле, не заспавним, а будет продолжать ловить. Потопали дальше, ребята, точнее, в музейчик. Мы потопали быстренько. Мне еще скидывали рецепт глины, нужно сейчас еще будет проверить, работает ли это или нет. Если да, то тогда мы можем крафтить себе различные там, ну допустим, ну вот эти все вещи, где они, вот. Если действительно крафтится рецепт глины, то все это мы можем крафтить. Охренеть, тут FPS проседает в музее, если честно. Прям настолько, что с ума сойти. Так, зубат не эволюционировал, септил эволюционировал, так, сейчас. Текстовый документ. Так. Септайл. Септайл. Ребята, поделюсь информацией. У нас в музее, точнее у нас в комментариях появились очень умные люди, знаете. Знаете, ну сейчас, дайте я просто не буду отвлекаться, а прямо объясню. Знаете, то есть приходит человек, который еще не попал в музей. Но он хочет попасть в музей. Что он делает? Он заходит на первую серию. О, Шани. Ну, сейчас, давайте тогда 195-136. 195-75-136. А чем мы его нахрен словим? У нас ничего нету, чтобы его ловить. Охренеть. Вот как назло нету покеболов, да? Ну, если уж только ультрабол, и нам повезет, чтобы мы его словили. Паркбол я на него триллиард процентов не буду кидать. Ну ладно, не триллиард. Ух, мы его словили с первого ультрабола. И плюс к тому еще 20% покедекса. Ребята, поздравьте. Это очень круто. Так. Еще и шайни. То есть сейчас мы еще и одного шайни добавим. Класс. Ну смотрите, есть такие люди, да, которые приходят и видят, что у нас есть музей, и сразу хотят попасть в музей. Что они делают? Они не смотрят видео, то есть вот сегодня был такой человек, я прям сидел и нахрен удивлялся. Он за один час оставил больше, чем 30 комментариев. И 30, угадайте, какой был 31 комментарий. Я уже оставил 30 комментариев, почему ты меня еще не добавил в музей? А может потому, что люди комментируют по 2-3 недели, до сих пор еще не попали в музей, потому что находятся в очереди в блокноте и ждут своей очереди, чтобы попасть в музей, а ты за час прокомментировал и уже хочешь в музей? Это первый вопрос. А второй вопрос, знаете, не вопрос, а даже утверждение. Что он делает, как он делал, как он комментировал? Он заходит на первую серию, пишет: «Ура, новый сезон!» Заходит на вторую серию. Вторая серия там, допустим, называется «О, два новых покемона». Он пишет: «Ура, ни хрена себе, два новых покемона». Третья серия там «Интерьер дома». Ну, я просто рандомно говорю, да? Он читает название серии, заходит на серию и комментирует: «О, ну наконец-то, интерьер дома». Четвертая серия «Легендарный покемон». «О, Эдисон, поздравляю, легендарный покемон». Пятая серия. Там первая Иви, да? Он пишет: «Ну наконец-то мы словили Иви». Шестая серия, там, допустим, парочка шайни, да, и там на заставке, на видео, на картинке, да, нарисован там, допустим, шайни худ-худ, вот просто шайни худ-худ нарисован, и он пишет: «О, ну наконец-то шайни худ-худ», худ-худ или как он там читается. И, короче, так за час он прокомментировал все там серии, которые вышли до этого момента, короче, прокомментировал все 30 серий подряд, хотя вряд ли этот человек сейчас на меня смотрит, он тоже, наверное, зашел на серию, прочитал название серии и тоже, наверное, вот так прокомментировал. Он, короче, заходит, смотрит название серии и под подходящее название пишет свой комментарий. Он написал за один час так кучу комментариев и потом спросил: «Ну я уже много написал комментариев, почему ты меня не добавляешь в музей?» Я просто сидел там
и с ума сходил. Есть же такие люди, которые прям, ну, ни хрена не делают, но только очень хотят попасть в музей, а потом еще, знаете, шантажировать будет. У, я уже там оставил 30 комментариев, почему ты меня не добавляешь в музей? Если не добавишь, я буду ставить дизлайки. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну, люди, конечно, есть такие, что это прям с ума сойти. Ну да ладно. Олег Бозажи. Бозажи. Ты так вроде говорил, да? Что у тебя... Называет, то есть, точнее, так тебя зовут. Он ответил, да, в предыдущей серии, мы же сказали. Если он ответит, как раз мы проверим, активно ли он комментирует или нет. Но он ответил, допустим, ладно, и мы его сейчас добавим в музей. Лайрон, ну Лайрон у нас на втором этаже. Ладно, сейчас потопаем. Точнее, на первом этаже. Ну, просто знаете, то есть, получается, что это у нас уже первый этаж, это второй этаж. Но, по сути дела, это первый этаж, это минус первый этаж, это подвал, можно сказать. Ну, ладно, я всегда просто забываю. Так, Лайрончик. Опять длинная серия. Лай-лай-лай-лай-лай-ро-ро-ро-ро-ро-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Кого бы добавить? Так, по очереди. Никого бы добавить, а по очереди. Так, Олег Басажи, ща я тебя удалю. Или я уже удалил? Вроде удалил. Ладно, дальше по очереди. Дальше у нас идет Дмитрий. Нет. А, сейчас я еще вспомнил одного чувака, ну ладно. Дальше у нас идет... Хок или как? Ну, короче, у тебя вот так имя написано. Если хочешь, напиши в комментариях, мы тебя поменяем на твое нормальное имя, то есть настоящее. Или если ты хочешь. Еще такой вопрос. Дмитрий Агеев, отзовись. В том смысле, ты у меня записан в списке. Кристи Гордила, Крис... Райлеан. Короче, шило на мыло, но да ладно. Крис Лайреан. Я надеюсь, я правильно написал. Нет, Райлеан. Охренеть. Крис Райлеан. Еще тяжелее имя, чем было до сих пор. Так, тебя мы удаляем. Настя Цибулевская. Это у нас Настя Куцериб. Ну ладно, эти имена я, наверное, буду потом менять, то есть, вне серии. Потому что в серии я просто добавляю. Но давайте уже, Настя Куцериб. Да, правильно? Так, тебя мы уже тоже удаляем. Поменять имя. Ну тут еще много людей, которые просят поменять имя, но это я буду потом добавлять. Дмитрий Агеев, пожалуйста. Отзовись. Есть ли ты у нас в музее? Потому что твое имя мне как-то знакомо, но я не помню, есть ли ты у нас в музее, если честно. Но да ладно. Нет. Ну, потом, если что, уберем. Так, Ленок Кэт, Артур Прус, мы его уже добавляли, поэтому добавим Дмитрий Агеев. Вот, я вот этого человека добавил два раза, поэтому сейчас мы его убираем, да? Дмитрий Агеев, напишись. Хок, так, тебя я тоже удаляю. Тогда, знаете что, тогда меняем, раз мы словили Shiny B-Sharp'а. Ты издеваешься. Так, сейчас. Посередине. Так, да не B-Sharp, а B-Sharp, да? Вот так. Дальше у нас идет по списку. Виктория Вика. Виктория Вика. Ну, пускай будет так. Захочешь как-то поменять, напиши в комментариях. Я если замечу, то поменяю тебе. Но в данный момент ты будешь вот так. Янма. Ну, пускай покажет, потом еще есть что добавим. Так, кто у нас дальше идет по счету, кого мы словили? Так, Виктория Вика, я тебя убираю. Кто у нас дальше идет по счету? Точнее, кого мы словили в этой серии? Милорве, твою мать, и вот этот баг. Быстро, быстро, быстро. Охренеть, эти серии долгие, нужно как-то скорачивать. Ребят, я вот сейчас вас хочу спросить, вам нравятся длинные серии? То есть вам нравится смотреть 30-40 минут, чем смотреть какую-то короткую серию там на 20 минут? Если вам нравятся длинные серии, то, в принципе, я буду стараться делать, ну... Длинные серии, если вы действительно этого хотите. Но увидим. Так, Саблей, Айпом, Ларвеста, Люксо, Роджендролла. Охренеть! Саблей, Айпом, Ларвеста,
Я это не запомню. Саблей, Рейдженролла, Люксел, Ларвеста, Айпом. И кто еще там был? Ага. Я и так тебя буду возвращаться, потому что я не запомню вот это просто. Так. Спина. Вот так. Ага. Ага. Так, дальше у нас по счету идет Влад Кирилла. Поздравляю. Тогда сразу двух добавим. У него вроде только одна эволюция, как я знаю. Так. И кто у нас там еще дальше идет? Дальше у нас идет Давид Карабанов. Не забываем, что на 40-й серии Карабанов. Так. Сейчас правильно. Да, правильно. На 40-й серии будет глобальная чистка музея. Те, кто комментировали, те, кто не комментировали 3 серии подряд, скажем вот так, вылетают с музея. Если вы не комментировали, допустим, там одну серию, вторую, третью, но четвертую уже начали комментировать, то вы, в принципе, ну я не знаю. Наверное, вы летаете из музея, потому что вы 3 серии подряд не комментировали. Или, например, вы комментировали первую, вторую, третью, четвертую, а пятую, шестую, седьмую не комментировали. Ну, в смысле, 31-ю комментировали, 32-ю, да, а 33-ю, там, 34-ю и еще какую-то не комментировали. Ну, короче, 3 серии подряд не комментировали, и хренакс, пипакс, вон с музея. Можно и так сказать. Давид Карабанов, мы тебя убираем. Дальше, кто у нас там еще идет? Так. Кто у нас идет? По счету, это все по счету идет. То есть я не рандомно выбираю, а все по счету так, как записано. Нурик, поздравляю. Дальше, Нурика убираем. Кто у нас там еще был? Ой, да не сюда, не сюда, не сюда, не сюда. Вот сюда. Рейдженролла. Вот так, кто? Дальше у нас по счету идет Артур Мухаметчин. Артур Мухаметчин. Поздравляю. Тебя мы уже удаляем. Олег Базаж у меня записан и написан. Если отзовется, тебя мы тоже удаляем. Так. Ла-ла-ла. Кто еще? А я говорю, я опять забыл. Дайте, может, вспомню? Вряд ли я вспомню. Ларвеста вот вспомнил. Ларвеста, может, еще кто-то. Твою мать, а твою... Конченая вот эта... Баг или ошибка, или что это? Так, Ларвеста. Или Ларвеста, и кто там? И Люкс. Ларвеста. Опа. Ты станешь на место, да? У нас по счету дальше идет Леонид. Леонид, ты попал на очень классного покемона. Поздравляю. Ну, так как это просто рандомно, знаете, кто у нас идет рандомно по счету и кто, кого мы словили. Тогда того, кого мы словили, ставим следующим покемоном. И тот, кто не рандомно, а тот, кто по порядку идет у нас по счету, попадает на того покемона, которого мы словили. Поэтому получается, что рандомно какой-то человек попадает на какого-то покемона. А не я выбираю, и не вы меня просите, на какого покемона добавить. Так, дальше Люксио. Вы смотрите, ребята, до 40-й серии не так уж и далеко осталось. Ой, куда я добавляю? До 40-й серии не так уж и далеко осталось, поэтому те, кто уже в музее, подумайте. Если вы мало комментировали, то подумайте, что если мало, то вылетите, наверное, с музея. Олег Романов. Вот знакомые какие-то Романов. Знакомые какие-то вот эти имена. Олег Романов и Дмитрий Агеев. Пожалуйста, если вы есть в музее, то напишите, пожалуйста, потому что я уже, если честно, забыл. Фух. Вроде все, да? Иди ты в жопу, а! Этот баг, если честно. Это, короче, баг, как я понял, просто после того, как мы используем Shizel. Ну ладно, ребят, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Если наберем 500 лайков на этой серии, то новая серия выйдет еще сегодня. На этом заканчиваем. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.